У них есть свои представительства в Италии, Испании и с недавних пор еще и в России. А в ближайшее время команда берлинского стартапа SumUp собирается выйти и на южноамериканский рынок. Системы, которую разработали сотрудники компании, пользуются во многих странах мира. Разработка позволяет мелким торговцам и ремесленникам принимать кредитные карты всегда и везде. И без дорогостоящего оборудования. Нужен лишь небольшой приборчик, который подключается к смартфону или планшетнику. Все начинается с прибора, который мы посылаем заказчику. Следующий этап — приложение, устанавливаемое на смартфон. Это может быть iPhone или аппарат на базе Android. И на iPad. Ну а дальше — платежная система. Мы ее сами разработали. Она функционирует в тех странах, с которыми мы работаем. В компании SumUp работают около 140 сотрудников. В оживленном берлинском районе Кройсберг, где находится офис SumUp, на каждом углу можно встретить небольшие уютные кафе и бары. Но вот кредитной картой там не расплатишься. Традиционные платежные терминалы слишком дорогие. Оплата кредитными картами – важный момент, особенно для туристов. Очень многие хотят расплачиваться карточками. Из 10 человек 7 просто уйдут, если узнают, что не могут расплатиться кредиткой. Однако такие проблемы возникают в основном в летние месяцы. SumUp предлагает простой вариант. Абонентская плата взимается только тогда, когда непосредственно используется мобильный платежный терминал. Здесь сверху цена, а здесь пальцем нужно оставить подпись. Но чтобы начать пользоваться подобным терминалом, необходимо заключить долгосрочный контракт. Во многих странах прием платежей с кредитных карт — это довольно сложный и дорогостоящий процесс. Мы узнали об этой проблеме и разработали систему, которую шаг за шагом можем продвигать в разных странах. В бюро тем временем проходит видеоконференция с Испанией. В компании быстро поняли, что рынки в разных странах не похожи друг на друга. И когда дело доходит до денег, доверие клиента играет важнейшую роль. Конечно, не надо забывать и о менталитете. Мы работаем в тех странах, где функционирует наша система. Там есть люди, с которыми мы сотрудничаем. В Испании мы работаем с испанцами, в России с русскими. Время от времени бывает пара немцев, но для нас действительно важно как можно быстрее понять местную специфику. Берлинцы из SumUp предлагают быстрый и удобный сервис, да еще и на языке клиента, будь то английский, испанский или русский.